хорошее у нее настроение. А на лед, появляется Юлия Солдатова. Серебряный призер недавнего европейского чемпионата в Праге. Это ее дебют на чемпионате мира. Очень много самых лестных слов было сказано и написано о Юлии Солдатовой. Действительно, это выдающийся талант. И вот все-таки насколько разные были сейчас выступления Бутырской и Солдатовой? Действительно, контраст большой. Такое серьезное, солидное катание Маши и непосредственность Юли при условии, при хорошем мастерстве. И вот я даже, тем более, что и Юля, и Маша тренируются у одного тренера, у Елены Чайковской, и помогает сейчас Елене Анатольевне Чайковской наш в прошлом замечательный фигурист Володя Котин. Вот как раз он рядом с Юлей. Но я заметил одну такую хорошую еще деталь. Мне кажется, что, и это естественно, когда ты тренируешься более опытной фигуристкой, то ты стараешься, или спортсменом на одной площадке находишься, то ты стараешься брать самые лучшие. Вот мне кажется, какие-то такие есть штрихи в катании Юли, которые есть и у Марии Бутырской. То есть такая вот какая-то аккуратность, строгость, хорошая техника. Как раз вот то, что очень и очень нравится судьям. И по реакции Юли, конечно, дебютантка чемпионата мира выступила просто выше всяких похвал. Ну, фигуристка, она лучше других знает, насколько хорошо она выступила. Такая же была реакция и у Марии Бутырской после окончания ее выступления. То есть они понимают, что они выступили обе здорово. Ну и оценки говорят сами за себя. Юлия Солдатова с этими оценками выходит на второе место, опережая Ванессу Гусмирали. 5, 7, 8.
Лидирует Мария Бутырская. Вот одна оценка 5,8. 3, 5 и 7.